Для официальных лиц Госдепартамента США проблема вот этого трудоустройства компетентных лиц, она одна из самых ключевых. Сам Обама, он тоже как бы недалекий парень. Когда он приезжал в Россию, он был просто баскетболистом, я помню, в Одинцовский район, например. Он был, когда сенатором, он был очень лопоухий и улыбался все время. Я не думаю, что он какой-то суперпрофессионал, который может управлять таким гигантским государством и принимать правильные решения. От этого и от головы растут все остальные. Рыба гниет с головы.